Так. Шестнадцатое марта. 8 часов вечера, думаю, строитель 75. Вот такая вот вода. Сливаю где-то минут 20. Значит, домостроитель 75. Адрес наш по Воронежу. Вот, собственно, осадочек такой с нее остается в ванной. Вопрос. Как будет чувствовать себя дорогая сантехника? И что, собственно, потом будет уже этим вот заниматься, да, по ее замене? Вопрос, кому это, водоканал или, может быть, управляющая компания? 20 минут я сливаю горячую воду. Счетчик мотается.